Здорово, здорово, ребят. Ну чё, мы продолжаем проходить Dark Souls Remastered. У нас сегодня в планах замочить дракона здоровенного. Каламит его зовут. Не так-то просто, в принципе, его было выковырить, скажем так, посадить на землю. Но я потом по ходу дела сейчас по пути объясню, как это делать, если кому интересно. Вот. Ну и потом чё, потом мы двигаем в ад. Там валим трех боссов и двигаем на финального. Ну, посмотрим тут уж как пойдет. Насколько стримов еще задлится, неизвестно. Ну, короче говоря, тут все от скиллухи зависит, короче говоря. Ладно, поехали. Стоять. Поворачиваемся. В этой, в принципе, локации Каламит это у нас единственный, последний, точнее, босс вот в этой DLC-хе. Больше как бы все. Остальных я тут уже в этой локации всех закошмарил. Ну, тут спокойненько двигаемся по лесу, собственно, по краешку, чтобы не нервировать особо людей, которые там находятся. Тут очень много всяких мобов. В принципе, локации медитаки просто взял и Ctrl-V, Ctrl-C, короче. Ну, пару зданий вот тут добавил. А так все очень похоже. Так, отсюда, короче говоря, мы двигаем... Вот сюда. Вот сюда мы двигаем. По срезке. Значит, тут. После Арториаса у нас две дороги, получается, открываются. Так, обратите бы, где у нас. Ага. Вон там у нас дракон тухит. Короче говоря. Чтобы этого дракона посадить на жопу, чтобы он не летал тудым-сюдым, вот здесь вот по прямой будет развилка. Вот тут. Вот по этим ступеням, если подниматься, там у нас сидит такой чувак-лучник, Гох его называют. Он только может сбить этого дракона и посадить его на землю. Чтобы этого Гоха в башне открыть, нужно вот в этом городе дропнуть какой-то узорный ключ. И тогда ты только таким макаром можешь его открыть. Ключ этот выпадает со второго мимика. Ну такой сундук, короче, с зубами. Только так. И все. Гоха, короче говоря, открываешь, что с ним базаришь. И потом он стреляет в дракона, показывает по... катсцене то, что дракон теперь присел на жопу, и Гох ждет от тебя, короче говоря, то, что ты его убьешь. Ну, в принципе, я это уже все сделал, так что что, дальше мы двигаем мочить дракона. Посмотрим, как у него там паттерны какие там и так далее, и т.д. и мать его т.п. Стопудово он будет непростой. Но что делать? Это Dark Souls, мать его. Тут все непросто. Бам. Угу. И короче, у дракона вот теперь появилась белая такая вот туманная пелена. Типа босс стал активным. А я все думал, что же ему надо-то, сволочь. Ну вот, ну и пойдем. Не знаю, посмотрим, как под доспехом, да, может быть, придется раздеться, чтобы активнее себя чувствовать. Давай, короче, мы здесь упадем. Как делают спидранеры. Иди, хумать. Так, бам. Потом, вот сюда. Вот сюда. Тихо, не падай. Вот сюда.
Вот он наш каламит. Как правило, он тусуется вот там за этим. Да, он тут тусуется. Сука, так к нему подходить, а что делать? Короче говоря, борды. Борды у нас. Дракон. О, телекинез. Прикольно. Так, ну давай, киль. О! Неплохо. Веселый будет бой. Четвертушку там даже не снял. Походу раздеваться придется. Ёпа мать. Да тут опять топать. Ну, что делать? Давай, наверное, правда, попробуем раздеться. Кольцо на фил урон. А что если поставить кольцо от магии? Вдруг прокатит. Попробуем так. В самом начале Локи я дважды ввожу костер, теперь у меня типа по 15 фляг, по 16 выпадает сразу с этого костра. Ну не знаю, надо было бы, конечно, вон тот вот костер, который ближе к этому. Тихо, что там у него упало? Зараз. Заросли красного мука у нас от кровотечения. Но дракон кровотечения никаких не наносит, так что можно не напрягать банан. Надо думать, как от его магии уходить. Я посмотрю. Может быть, щит, конечно, еще и спасет, но мне он не факт вообще. Побегать к нему походу придется. Главное, наверное, сейчас душ выковырить свои. Хотя, ну да, стоит, конечно, их достать, потому что там все-таки 79, по-моему, косарей. В принципе, мне качать уже больше нечего. Да и ни к чему это. Все не достанут и не достанут. Я думаю, то, что вот этих собак все-таки не получится проигнорить. Уж больно они шустрые. Блять. Они еще чем-то травят или что-то такое. Оригинальное придется. Ну давай похилимся. Что делать? Один хрен фляжек-то до хрена. Надо каламита этого мочить так, чтобы не это как, ну там 2-3 фляги где-то зарасходовать. Обычно, в принципе, так и валится босс. Если ты расходуешь больше фляг, значит ты делаешь что-то неправильно. Но я думаю, я успею до своих душ. Телекинез, конечно. Так, и после телекинеза он, по-моему, сразу же ваншотит. Нет, слушай, мне повезло. О, неплохо. Еще лучше. Учим атаки, что сказать. А, хрен его знает, короче. Он еще, падла, по площади бьет.
Ну там ваншот, это понятно. Надо что-то придумать. Либо алебарду можно схватить еще в две руки, как вариант. Да, тихо. Ну не падай ты, да блять. Ой, ты да душем. Твою мать, сраный поворот. Ну как так-то? Теперь можно продукты не париться вообще. 79 тысяч, да, даже 80, улетели нахрен в трубу. Ну окей. Как так-то, блядь, на повороте пиздануться, ну это вообще труба. Оживление, да хули, хули там оживлять, если ты сухой как курага. Пиздец, взял, ёбнулся. Отстой. А, до собак добежим, там отхилимся. Попробую, наверное, все-таки алебарду, блин, в две руки сейчас запихать. Хоть побольше сносит. Толковые люди говорят, что... По-моему, вот этот последний босс, которого можно алебардой завалить. Типа потом надо какое-то другое оружие пересаживаться. Ну, посмотрим. В принципе, у меня ничего такого-то особо дамажащего нету. Странные псины, а? Прыгучий, скачет вокруг тебя. Да, их либо на опережение херачить, либо просто вокруг них крутиться. Вот как? Я, в принципе, махал своей алебардой в тот момент, когда она прыгала на тебя, но почему? Почему она не подохла, я не знаю. Так, ну, погнали. А, давай вообще, наверное, щит сниму. Нет, я оставлю я его тут. Мало ли. Как правило, к боссам надо ко всем почти подходить сзади, сбоку, да неважно. Ну, половинку я его почти снес. Так, валим. Там. Давай, пей. Хорош. Тихо. Ну, вставай быстрее. Бам, блядь. Я чуть-чуть не успел отхилиться. Короче, щит не пригодится, я так понимаю. Щитом мы только будем добегать до него. А на черепашку нельзя с ним похож. Я на Леонардона. Сейчас на возьму на палку на и дам этому каламиту на пизды на. Вы заебали.
Тыкают и тыкают, а? О, уроды. Причем вот здесь вот их полно по этому лесу. Так-то они, когда в принципе там по двое даже бегают, ничего с ними страшного нету. Вот которые здоровые такие мужики, все в броне рядом с ними находятся. Вот они как-то опаснее будут в связке. Ладно, задуться-то, конечно, обидно, но что поделать. Надо было по-мудацки не падать. Короче, перед дверью надо будет подхилиться маленько, да? Потом снять щит. Вдруг это немножко маневренности придаст. Не вот это вот все. Короче, пока она летит на тебя, не вариант долбануть по ней. Ну ладно. Так, снимаем щит. Давай так. В принципе, он не очень шустрый, так что завалить его вполне. Он нереально. Короче, ай-яй-яй-яй. Моя на какую атаку нарваться. Килимся, куда быстрее ты вставай. Блять, пока выбьемся, ебаный этот цвет. Ну я отлежался вовремя. Он меня не захерачил. Блять. Давай, 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 киляйся. Три подачи где-то ему осталось. Давай, 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 давай. Бам. Две подачи осталось. Не достал. Давай, давай, бам. Бам. Ну, быстрее. Ну, еще. Все. Каламит улетел на Луну. Пошел нахуй. Кольцо бедствий. Что за кольцо бедствий? А посмотрим. Ну тут такое себе. Кольцо бедствий. Что это за хрень-то такая? Получено
получения двойного урона. Кольцо, зачарованное оранжевым глазом Каламита, удваивает урон, который получает его владелец. Бесполезное кольцо, которое никому не нужно. Лучше держать его спрятанным. Угу. Нахрен такие кольца раздавать, которые просто тебе хуже делают. Давай, короче говоря, стальная защита. Дай по стандарту хавеловскую броню одеваем. Сейчас, по идее, только что, только добраться. Добраться до костра. Там у нас все, по-моему. Да. Делать тут больше нечего. Во всей этой локации ничего. Топаем в ад. Короче, Каламит у нас улетел, получается, с трех траев. Нормально. Могло быть и хуже. Короче, что, чтобы его завалить, надо просто держаться ближе к его ногам и подальше от морды. Где-нибудь сбоку или сзади его стоять и просто месить его, и все. Ну, соответственно, раздетым, чтобы ты быстрее мог передвигаться. Потому что он и стамину сносит, и дамажит неплохо. Плюс мне еще повезло, то что я на какие-нибудь ваншоты не нарвался и так далее. Пойдем той же дорогой, прямо к первому костру, короче, чтобы побольше пряжек надыбать. Потому что там в аду я костры-то не возжигал. Будем изучать локацию. Там она довольно-таки длинная. Так. Кстати, можно к этому Гоху подойти? Давай, наверное, так и сделаем. Он же ждет, пока я там завалю этого дракона. По идее, за него квест должен быть выполнен. Давай посмотрим, что изменилось. Панцирь напоминает носорога. Такая лютая броня. Ну, мне нравится. Мне заходит. Дамаг хотя бы. Ну, в принципе, лучше брони я пока еще в игре не находил. Все как-то оно рядышком, но не то. Вот здесь у нас сидит этот Гох. Какой-то он то ли слепой лучник, то ли что-то такое. Вот с этого лука он этого Каламита подстрелил, и он присел. Давай. Тебе удалось одолеть Каламита. Чудесно. Да благословит тебя повелитель Гвин. Эта зверюга больше никогда не взлетит. А, это большой лук. Мне он не нужен. Драконов тут не осталось. Не знаю, управится ли с ним человек, но он тебе нужнее. Угу. Я полагаю, ты просто хочешь посмотреть, но тьма бездны, поглотившая бедного Арториаса, грозит накрыть весь Алачель. Похоже, нам не избежать судьбы злодейки. Виной тому темный змей или нет, но они сами пробудили это создание и разозлили его. Наша гибель всегда в наших руках. Не пойми меня неправильно, я люблю свою работу, резьба по дереву тонкая работа. Мне всегда было что обсудить с кузнецом. Интересно, как там мой старый друг? Надеюсь, все там же машет молотком. А, я так понимаю, то, что у него старый друг, это в Анорлондо сидит. Тоже такой гигант. Кузнец. А все, по второму кругу, короче, пошло. Ну, давай посмотрим, что у него можно купить. Угу. Прощай, достойный человек. Да будут тебе везде оказаны почести. Понятно. Давай, лук, я, короче, зря свой качал. Этот, в принципе, какой там я улучшал. 46. А лук Гоха, но, блин, он весит тоже 13 килограмм. Не, я думаю, так и оставим, короче. Лук у него прикольный, но поздно мне этим как вот лучником становиться. У меня алебарда столько весит.
Да и в принципе тут лук-то особо не пригодится. И так сойдет. Так, ну все, возвращаемся на начало Локи. К возжженному костру. И перемещаемся туда, в Квилек. К паучихам и так далее. Дэвэльфо от bnd.gg. Доброго времени суток. Здорово, Локи. Он что-то еще по Гвина, кстати, базарил. Гвин у нас финальный босс. Че, я упал, что ли? Бля. А, слетел, короче, с лифта. Да, блядь. Кнопочки у вас хреновенько, ребят, работают. Так, вертаемся назад, короче. Ну, за каламита, в принципе, дали 50. Я думал, побольше дадут. Все-таки босс у нас внушительный. Но, увы. Короче, боль не больше 60 тысяч душ я еще за босса не встречал. В основном так дают 40, 30, 50, ну вот 60 максимум. А за простецки раньше боссов, ну в принципе за первых боссов давали по 10. Я вам когда мудился, то виверну мочил. Виверну. Мочил эту виверну, да, здесь красную самую первую. Дали за нее всего 10. Ну а что делать? Надо же было как-то с чего-то начинать. Так. Все, фляги восстановлены. Переносимся мы. Нет. По-моему, склеп темной луны называется. Убино, если нежити. Склеп великанов. Архива герцога. По-моему, вот склеп темной луны называется, эта хрень. А оттуда уже ты перебираешь ту самую локацию. Сейчас посмотрим. Нет, не то. Это нормально. Храм огня нет. Алтарь, повелительный могил, каменный дракон. Бля, ну давай попробуем каменный дракон. Не запоминаю эти названия локации вообще. Вот знаю, где храм огня у нас. Тоже не так. Но тут можно пофармить, короче, драконью чешую. Ну-ка с ним потрещим. Понятно. Ничего интересного. Дочь Хаоса, может? По тематике вроде схожи. Да. Да, мы тут. Владение Квилек. А почему эта дочка Хаоса называется? Я хрен его знаю. Эта баба у нас молчит. Ну. Кстати. Кстати. Да? Что у нас за эти? Души-то будут просто так валяться. Всего плюс 6 на флягу. Ну, у нас сейчас, наверное, одна фляжка пол хп должна поднимать, наверное. Я одну лишнюю использовал тогда еще. Надо было ее. В храме огня вас этот. Отдать бабе, которая за решеткой. Но уже поздно, кто же знал-то. Тут некоторые нюансы вообще как бы очень неочевидно сделаны. Тебе надо типа игру дважды пройти хотя бы, чтобы понять, что к чему и нахрена ты это делаешь.
Пойдем, короче, сначала вот этих демонов забодаем. Посмотрим, что у них там прятано. Которые прям стоят вот там. Ctrl-V, Ctrl-C. Блин. Надо бы, конечно, вот здесь просто посидеть, чтобы я тут хотя бы воскресал, если что. По-любому же локация не маленькая. Когда следующий костер будет, хрен его знает, но я буду его возжигать. Человечности, в принципе, до хрена, так что... Посидели, да, дали. Человечности до хрена, локация последняя, как бы. Потом у меня только к финальному боссу. Поэтому сколько оно у меня времени займет, хрен его знает. Лучше возрождаться хотя бы с десяткой фляжек. Так будет надежнее. Надежнее, как все швейцарские часы. Скорости, конечно, у меня просто атас. Короче, агрим этих ребят по одному. Вот, наверное, таким образом попробуем. Вот как-то так. У них типа большой этот какого диапазон агро, или как это называется по-научному, я не знаю. Да я просто стрелами не достаю в него. Так, ну давай тогда вот этого. Нет, не достал. А так. О, сообразил. Давай, давай, давай ко мне. Нет. Все, он на меня хер забил. Когда их будет двое, будет гораздо тяжелее с ними мудохаться. Но они хотя бы не появляются еще раз. За это, блин, спасибо. Давай вот этого попробуем. Угу. Зашибись, он взял, вообще переместился. Ну, допустим. Как-то так. О. Ну давай, ты ж бежал. Бля, какие они мудаки. Давай, давай, давай ко мне. Да ты серьезно? Куда пошел-то? О, ко мне идет. Ну неужели? Давай, сейчас мы тебя, мамину маму. Не достаю. Нормас. 1200 за каждого, да? Главное всю толпу, блин, не собрать. Я их не вывезу просто. Давай вот этого. По-моему, он шевелился получше. Блять. Двое. А, не, нормально, слушай. Тот остановился. Пойдет. Угу. Не думаю, что надо прям отхилиться пока что. Что-то не очень хорошо получается с ним. Давай, давай, ты хотел. Все, ништяк, сообразил. А, ну чуть-чуть я, блин, я не достаю. А теперь вмешало бы отхилиться. Сколько их там? Один? Последний?
Ну, на этого мы сейчас прямо в тупую побежим, что делать. Давай. Ну, у меня щит, в принципе, весь их дамаг выдерживает. Они у меня только стамину сбивают и все. По-моему, там таких гавриков. Что-то он мне пинул, я аж потерялся. По-моему, таких гавриков тут будет немного. Будет зато много демонов, которые по правую сторону у нас находятся, такие с этими, с мачете бегают. Хреново, что пока на лаву наступать нельзя. Когда замочишь одного босса, тут второй, по-моему, по счету будет, он с него падает, короче, кольцо, которое позволяет ходить по лаве. Давай соберем, наверное, эту хрень, да? Призывайся, огонь. Бей кольцо. Ну, тут типа пишут то, что типа, ну не лезь сюда, чувак. Тебе кольцо надо. Давай проверим, сколько у меня дамага будет прилетать. Ну, наступи я в лаву. Во-во-во-во-во-во. Угу, я понял. Я понял, короче. Серьезно. Ну, это надо было проверить хотя бы. И ты так, значит, предположил то, что кольцо возьмешь, возвращайся сюда, пособираешь всякую хрень, короче. Ну, причем с кольцом тебе тоже будет эта лава дамажит. По чуть-чуть, но будет. Сейчас еще посмотрим, сколько у нас вот эти ребята будут сносить. С ними тоже. С ними придется чаще драться. Поэтому будем привыкать к их атакам. Хотя, в принципе, у меня сейчас бодрый щит, который, по идее... Че? А, это фляга мне прилетела. Я ж думал, долбанул кто. Угу. Он меня стамину сбил. Отсюда дамаг, сука. Дважды мне их надо ударить. Но экономить надо будет, короче говоря. Экономить стамину. Причем жестко вообще. Ладно, я понял. Пошли дальше. Тут, по идее, что враги основные? Это вот эти вот черти и черви. Ну, по-моему, еще тут за мелким исключением. Вот тут их штук 5, по-моему, стоит. Вот это вот немножко меня беспокоит. Я бы даже сказал, в некотором роде обескураживает. Давай попробуем их выманивать также. Другого выбора особо нету. Оп. Че стоим? Ну давай я подойду вот так. Не хочет. Давай вот так попробуем. Главное не в одно, ну, в двоих одновременно не попасть. Понятно. Во. Очнулся. Бам. Бам. Короче, просто побыстрее надо их лупить и все. Два. Третий раз вообще ни к чему, но экономить, как и главное, экономить стамину. Ну-ка, сагрись.
короче. Попасть бы, блядь, в эту падлу. Угу. Не хочет. Ну давай. О, ты хотел. Оп. Нормально. Уже чуть-чуть попривычнее. Один. Нет, точнее двое. Двое собираются нападать. Ну, две руки такие же. Просто принимаешь от него удар на щит, короче. Щит и блокировка удара, типа. И потом бьешь со сну. Бьешь ты. Удар ты, удар он. Вот и все. А вот и вся любовь. Так. У нас тут босс впереди. Это у нас демонический. Ну, короче, такой же босс, как и самый первый. Так. Так. Вон туда надо спускаться. Такой же босс, как самый первый, я забыл, как он называется, только он красного цвета. Немножко изменены атаки. А так, в принципе, ничего такого. Но он мне показался одним из сложных самых. Ресурки за этих ребят дай. Я понял. Бля, ближайший костер еще далековато. Это тоже боссом будет. Вот с этого босса у нас, короче, будет выпадать нужное кольцо, чтобы по лаве бегать. Вот тут сидит, пока не двигается. Ждет. Что его сейчас опиздюливание. Вот это, по-моему, штука тоже противная. Через щит прям долбануло, падла. Вон он, этот босс торчит. Хуй пойми чё, блин. 18 тентаклей. Ну, как обычно. Хидетака любит. Таких. Костерок, кстати сказать. Мы его возжигаем. Хлопаем души. Давай, раз. Два. Если пригодится, то еще две можно будет бахнуть, но пока я не вижу прямо смысла. Давай мы, наверное, починим. Починим алебарду на всякий случай. Пусть будет. А, ну да, точно. А, обратить опустошение, да. Эти моменты тут важны. Так, ну окей. Задача минимум выполнил. Отсюда мы спускаемся вниз, туда. Ну хотя бы вот эту вот всю толпу не надо оббегать, как бы. И то спасибо. Вот уже сколько. Здорово, ребят. Мы еще туда вон сбегаем, пожалуй. С них ничего не дропается. Лайтовенькие какие-то мобы. Зря, конечно, открылся прямо перед пламенем. Так можно и по щам получить. Давай, давай, давай. Давай, раз, два. Я в него не попадаю. Пинался и вот что-то стоял. Окей. Так. Давай мы для начала вот сюда сбегаем. Посмотрим, что у нас тут.
О, давай, давай, давай. Так же его выманиваем на эти, на ступеньки. Давай, цыпа, цыпа, цыпа. Ну ты ж хотел, ну что ты, старина. Ну так даже удобнее. Бля, чуть-чуть не попал. Не достаю немножко я. Ну, в принципе, тут ландшафт хреновенький. Демоническая секира. Спасибо, не надо. Хотя, может быть, под какими-нибудь там этими селениями она и крутая. Можно и вот еще сюда, короче, сходить, да? Ну, давай мы его выманим. Надеюсь, они не будут появляться потом. Товарищ. По-моему, он бежит. Ты идешь? Давай, 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 давай. Вот на таком узком пространстве явно с ними не очень биться. Но что-то сдается мне, они будут появляться. Не появляются, по-моему, вон там вот. Штук 6, по-моему. Ладно, так чисто исследовать хотя бы. Давай, ты ж хотел, иди сюда. Ну чё мне за тобой бегать? Мудло, а? А, ну, если он тупит, добьем, пока он отступает. Мне не один ли хрен. Тихо, чуть не спихнул. А прикинь, вот тут его замочить. Ты просто сразу же упадешь и все. Так, вот тут у нас, по-моему, черви. Черви с потолка будут лезть. Но там какая-то хрень, короче, нужная. Оружие сломано. Зашибись. Плохо дело. Давай мы тогда, раз это сломано, мы же его потом починим возле костра. Пам-пам-пам-пам-пам. Где у нас бородый меч? Тяжеленький такой. Меч дракона не то. Ну, вот это. А чё, он бегать не хочет? Я, походу, перегруз у меня, да? Да, это был перегруз. Ай-яй-яй. Ну куда ж ты? Блять. Сломано. Блять, сейчас я буду сломан тут. Все, хилимся. Печаль. Сука, опасные черви. Ах ты, падла, блин. Что-то не очень, я как-то его задамажил. Так, а нахрена я вообще сюда шел? Чтобы что? Большой огненный уголь. Ну, это для прокачки оружия. Ну, блин, я не знаю. Короче, он мне этот тоже, короче, сломал. А, давай так. Все, подох. Не подох еще. Блять, там еще два. А ну-ка, давай попробуем по спидрану, короче, обойти их. Блять. Это пиздец, да? Отпускай ты меня. Все.
Пошли они нахер с ними мудохаться. Меня чуть не захерачили, короче. Возвращаемся к отстручениям оружия. Так дело не пойдет. Серьезные дядьки. Вон у меня дубаков всяких понавесили. Будем восстанавливаться. Главное исследовать здесь локацию, посмотреть, что можно утащить и так далее, а потом уже идти к боссу на пролом. Если что. Где-то тут. Что-то мигало. А, вон оно что. Блин. Да, ну и жопу со своей. Там стопудово духа какая-нибудь беспонтовая. Не вижу смысла рисковать. Так, починить снаряжение. Вот это вот 250 душ, 82. Странно, но даже этот пиромантий и пламя, короче, тоже он почему-то мне гандошил. А... ну давай броню тогда, чё. Да, несерьезно меня покусывали. Прям вообще. Давай переодеваемся. Я алебарда. Короче, алебарда пока рулит, насколько я заметил. Норм. Топаем вниз, короче. Там еще один жук. Но его, я думаю, можно будет обойти. Блять, тут опять эти. Ну, начо. Так, у нас все демоны возродились. Большие. Надо их пройти. Вот эти вот самые безобидные. Личинусы. Хорош. Ну и вот так вот. Давай, ты будешь первый. До свидания. Вот этот у нас не агнится, я так понимаю. Вот это вот хуйней твоей. У меня оружие разбивает. А так они, в принципе, не очень-то злые. А он сидел в тупике у нас, да? Да. По-моему, ни хрена нету. Ну, хотя бы записочку прочитаем, что пишут. Бей дальний бой. Ну, ничего такого дальнебойного-то у меня особо и нет. Тихо. Ну и все, в принципе, тут босс. Давай вот эту вот душонку заберем. Дело не хитрое. Больше тут брать нечего. Ну, давай. Как тебе такое? И вот так. Душа отважного воина. Ну это примерно 1003 душ плюс. Спасибо. Не интересует. Давай, короче говоря, к боссу. 9 фляг. Посмотрим, с чем его едят. Я думаю, что надо бы раздеться. О, какой. Мускулистый мужчина. Что там пишут? Зал впереди. Берегись, враг. Толстяк. Ну, это первый босс у нас, короче. Только красный. У него такие же, блин, движения и все такое. Единственное, что тут мешает у нас.
мешают у нас тут деревья. Так, давай, 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 хилимся. Не, Питкарова рулит. О, дистанцию бы надо сократить. Так, окей. Бахнем, бахнем ССа. Щит помогает. Ну и все, да? Почти. Блин, один удар ему, остался. Давай, плюхайся на жопу. До свидания. Самым сложным из вот этих вот трех боссов, одинаковых, самым сложным у нас был этот, который в первой локации, когда ты к нему повторно приходишь, он что-то вот действительно как-то жопу надирал. А эти что-то какие-то беспонтовые все. Ну давай. Надо бы, наверное, назад, да, одеться. Сейчас, подожди. Эй, мистер. Вот так. По дороге должен быть, я думаю, еще один костер, как минимум. Только вверх или вниз. Ладно, пошли наверх. Чей шип впереди? Ну, это какой-то шоткат, только я не знаю, куда он приведет. Пойдем посмотрим. Да. Короче, эти мобы опасны, когда узкое пространство. Потому что вот так вот не зайти и не долбануть. Аж три. Ну окей. Душа воин. Давай бахнем. Маленько бахнем. Вот наверх идут. У нас осталось, короче, два босса. Ну, три с финальным. Подожди. Это у нас хреновина. Блин, а как выбраться-то теперь? Я туда не хочу падать. Там как бы смерть. О. Это у нас диск, короче, ну этот лифт, он ведет, где я начинал эту локацию. А здесь, по-моему, босс. Ни хрена, это не босс. Возможно, наёбка. Ну давай, давай наверх поднимемся. Сократим немножко путь. Да, владение Квирик. Где баба? Баба вот тут. Десять фляжек, да, не зря ходил. Теперь дальше пойдем, теперь вниз надо. Заново поднялись, да? А давай их попробуем проигнорить. Чё-то нет желания с каждым бодаться. Я чувствую, таким макаром сейчас я паровоз насобираю. Там сзади, да, они? Нет, слушай, за мной никто не гонится. Слава богу. Шли дальше.
долго он подыхает, дает пройти, и второй начинает тебя поливать огнем. Я не знаю, последняя то ли ложа хаоса вот в этой вот локации, то ли вот этот демон, по-моему, демон, короче. Вот мы сейчас к нему, по-моему, идем. Вроде демон. Разжигаем тут костер, бахаем человечность. Дважды. Да. Ать и два. Что-то много костров, как-то подозрительно вообще. Че? Вы не являетесь полом, но давай возжжем. А еще раз могу? Да, еще раз могу. 15 фляжек нормус, нормуль. Хорошее дело. По-моему, сейчас вот этот будет тот, кто на стене висел, вот этот босс, по идее. Может быть, я про какого-то забыл. Придется с ним, да, берегись прыжки, придется с ним в лаве драться. Вариант, если он будет сильно жопу надирать, тогда придется призывать кого-то. Угу. Тот, кто нам нужен, у него кольцо против лавы. Еще она спрыгает, как ебанько. Короче, главное в лаву не вляпаться, и все. Ну, благо тут до костра недалеко. Ждем, короче, наверное, пока он подойдет, я вот что думаю. Угу. Я ему что-то отрубил, походу. Оранжевое кольцо. А что это мне раньше времени кольцо дали? Ну хорошо. Типа впору его сейчас напялить, конечно. Ну давай его уже добьем. Не вижу куда. Все, давай, последний удар он остался на сидульке. Кстати, до него сейчас тоже прилетят души, можно и похилиться, точнее не похилиться, а качнуться. Давай для начала мы оденем кольцо. Выпавшее. Где оно? Вот. Урон от лавы. То, что надо. Как раз 150 косарей, и у меня еще типа 25 останется. После прокачки. Ну, я думаю, в ловкость влить. Тушенку какую-то можно взять. А стоит ли?
Потом можно сильно долбануться после нее. Ну давай, давай возьмем. Чего она лежать будет? Душа отважна, ОВМ. Я думал, какой-нибудь мне козырный костюмчик дадут, там, я не знаю. Давай хоть не так больно, чтобы. Бля, чуть не сдох. Ты смотри. Не было бы у меня брони, я стопудово бы сдох, если бы ёбнулся просто голышом. Ну и по идее, что у нас? Два босса осталось. Ложа хаоса. Который довольно-таки ебанутый босс. Так, давай, ловкость. Да пусть. Да, это мало чего прибавило по ловкости, конечно. Ну, а что я хотел, собственно? Давай-ка мы, наверное, похилимся. Точнее, починим оружие. Не то. Ну, они, короче говоря, мне вообще почти не дамажили, так что чинить особо нечего. Но все равно лучше за этой штукой следить. Короче, осталось что? Осталось ложе хаоса и финальный босс, и все. Ложе хаоса, вот я, собственно, по его корням и бегу. Как валить, я его приблизительно знаю, но надо там будет ориентироваться по ситуации вообще. Там в два шарика стреляешь, по идее, и летишь в самый центр. Один раз его главное долбануть. Но главное там фишка в том, что надо в центр этого босса попасть. Так, давай зайдем в лаву, посмотрим. Угу. Ну, чуть-чуть она отнимает, как будто как при отравлении. Давай возьмем душонку. Осколок зеленого титанита. Я понял, но мне вот в эту дверь. Особо тут разгуливать нехер. Хотя вон там какой-то, по-моему, проход. А это даже не дверь, мне вон туда. Ну посмотрим. А вдруг что? Это такое? А ёбка, понятно. По кратчайшему пути надо идти. Тут явно не подняться. Здесь. Чё здесь? Ну, как обычно. Одни загадки. Старый знакомый. Почему? Почему? После стольких поисков я так и не нашел его. Кого его? Нет. Зацикленный дядька. Опа. Ну, допустим. Я, короче, пока здесь сяду, но возжигать его не буду. Может быть, еще будет еще один костер. Хрен его знает, сколько это длинная локация и как долго я буду добираться до босса. Но мне вот туда. Ну туда это точно не пойду. Не вижу смысла. Бля, это, наверное, чуваки злые, да? Забытый изолит.
Типа вот эти вот все маленькие помещения желательно посетить. Я понял. Ну, они динозавры, короче, отрублены. Половину динозавров стоят. Круто, чё? Душа воин, хорошо. Фига. Так, отсюда можно вот туда перебраться. Туда херачить что-то как-то не очень хочется. Где-то здесь костер, по-моему. Ай-яй-яй. Плохо дело, надо валить. Хорошо, что они не агрятся на меня всей толпой. Я бы подох сразу же. А чё ты единственный, кто на меня собрался со мной биться? Чё-то как-то неактивно. Туда можно зайти? Странная херня какая. Так, вон туда можно подняться. Сейчас мы так и сделаем. Ну и четвертую. Опа, 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 опа. Сундучок даже какой-то. Душа великого героя. Там какой-то чувак за мной несется. Я думаю, это опасно. Секундочку, давайте прервемся на 3 минутки. Перекур. Я подойду. Продолжаем дальше. Так,
Тот, кто, видимо, сагрился, он, короче, уже отступил. Передумал. Ищем ту тропинку, которую можно было пройти дальше. Не знаю, ветку там. По-моему, вот это. Да, вот это. Странная вообще локация. Ну давай эту хрень возьмем. Двойная человечность, слушай, неплохо. Ну это прям говорит о том, то что где-то рядом может быть костер. Как вниз спуститься? Просто упасть. Блин, ну ладно. Застрял один моб. Блять, он за мной идет. Тоже закрыто. Что пишет? Призрачная стена. Да. Костер. Ну давай, коль человечности до хрена. Давай, наверное, тут и разожжем. Не знаю, сколько до босса топать. Отдыхаем. Ну, по-моему, босс уже должен быть где-то рядом. Нет, так нет. Давай, наверное, еще разок. По-моему, так на 15 фляг горит костер. Но не факт. Ладно, хрен бы с ним. Давай смотреть, куда дальше. Идея вот сюда. Надеюсь, я не по кругу хожу. Либо ориентиры какие дали, я не знаю. Так, ну да, бегаешь, то дым, все дым. Но биться с ними явно не вариант. Так, ну это ближайшее, куда можно спуститься. Поэтому давай бегом, короче. Но моб активировался, значит, по идее, я его еще не убивал. Вроде правильно иду. Первого знает. Давай теперь стенку искать. Блять, я по кругу хожу. Твою мать. А куда идти-то вообще? Может туда куда-нибудь? Блин, нахер его знает. Ну давай. Где-то там, по-моему, можно подняться.
Ну там какой-то чувак бьет. Нет. Нет, не сюда. Слушай, да вроде верно. Да, вторая половина локации, кажется. Либо я отсюда пришел. Блять, я отсюда пришел. Твою мать. Сука, все одинаково, тебя крутят по кругу. И ты начинаешь путаться. Но куда тебе идти, хер его знает. Примерно ориентир должен быть вот та башня. Да уж. Ну давай. Прям на пролом придется топать. Мобов агрить не хочется, вот что. Как бы на жизнь это похер, и костер я тут зажег. А вот они, блин, если толпой ломанутся, то тебе пиздец. Где башня? Суки. Как-то туда надо. Может там забежать где-то. Блядство. Ну давай, чё. Походу нашел ход. Только я, блядь, не вижу ничего. Ну, если мы идем наверх, уже хорошо. Куда и надо. У меня пятки горят. Куда никак, да? Да. Угу. Можно вниз спуститься, а можно вот туда пройти. Нет, не можно туда пройти. Бля, если по лаве придется к боссу бегать, это будет вообще пиндык полнейший. Так, он уже дохлый. Есть еще кто? Тут походу, ну да, как бы тут скоро босс, и тут должны быть какие-то срезки, может быть что-то в этом роде. Не знаю, надо учить, учить. Что за хрень? Понятно. До свидания, сразу двоих. Может. Ладно, принц. Угу. Короче, она объединяется тут. Что-то их дохуя. Эх.
двоих. Так. Так. Надо сориентироваться. Не потеряться, куда идти. По-моему, если я не ошибаюсь, к этому боссу придется падать. Теряя до хрена жизнь. Хорошо. Хорошо. Угу. Ничего нету. Ладно, пойдем наверх. Что за уебище? Это пылесос с глазами. Ну и нормально, падал сразу же. Что-то куда-то пиздуешь. Угу. Сюда пиздуешь. Бля, тут пару ходов. Насколько я понимаю, наверх к боссу. Ну давай посмотрим, может быть где-то будут срезки. Поизучаем чуть-чуть. Пригодится. Может костер где? Потом 10 тысяч лет не бежать. Так, этот чувак идет за мной. Я понял. Ну, это явно не короткий путь. Надо как-то туда вот подняться. Сука, я походу застрял. Вон, падай. А, я внизу, короче, оказался, да? Бля, хер его знает, тут все одинаковое. Так, да-да-да, я отсюда спускался. Потом шел вот сюда. А тут у нас будут ступеньки. Ну так, плюс-минус, понятно, куда идти. Сейчас еще можно вниз сбегать. Где чуваки стоят, посмотреть, что там вообще делается. Ну, я думаю, что это лифт. Его как-то надо активировать. А, мобик застрял, бедняга. Хотя я избавлю от страданий. Добби теперь свободен. Ништяк. Всех в капусту сразу. Так, и тут тоже какой-то ход. Ну давай пока наверх не пойдем, посмотрим, что тут еще есть. Я все-таки думаю, что мне на этот, на первые ступеньки, но надо бы глянуть. Угу. А у нас демон сидит. В принципе, место, где босс, я узнаю.
Тихо, тихо, тихо. Ты чё размахался-то? Что-то там фляжек нахлопал. От души. Давай ты отъезжай уже. Нет стамины, нет. Мне улупить нечего. Кстати, вот последняя подача осталась. Конец. Лечит. 5 косарей за него дают. Кедра. Титановый 6 ловушка, демонический титанит. Пришел я оттуда. А, тупаем на зеленку. Ну, походу, я к боссу иду, не знаю точно. Там обрыв будет, по-моему. О, старый знакомый, иди-ка сюда. Ну-ну-ну-ну-ну. Добил? Добил. Это чел. Агр. Наконец-то я нашел его, оно у меня. Ну, этот чувак. Я потому что Ван Орландо, этот Джабахата завалил. Теперь он агрится на меня. Темно, так темно, что-то там солнце. Человечные две штуки. Светлый прямой меч, талисман света, юбка. Ага, доспех солнца. Понятно. Да, какие сикарахи забавные. Да, проблема их в том, что их было поймать прицел. Так вот. И вот так вот. Там еще дорога. Бля, ну вы даете. Ладно, пошли. Руины демонов. По-моему, к боссу иду. Бля, что тогда наверху там? Должна же быть где-то срезка. Чувак застрял. Оль. Ой, блядь. Да, по-моему, это и есть средка. Ну, мне явно не сюда. Я так чисто посмотреть. Что написано? Берегись, тупик. Кошмар. Надо было на ту сторону идти. Ладно, хрен бы с ним. Смотрим сейчас, где мы здесь окажемся. И надо бы вообще тут вернуться и типа назад по ступенькам вверх подняться. Может там босс, я не знаю. Зал впереди. Враг. Толстяк. А, так подожди. Все понятно тогда. Это самое начало локации. Так, давай тогда наверх.
Будем там наверху, короче, искать костер. Либо срезку. Самое начало Локи, я вот в этом, там где было написано «берегись толстяк», короче, там я первого босса мочил. Потом я, получается, по кругу все обошел и вышел с этой стороны. Забытый изолит. А можно так? Да. Не дают пройти. Стопудово мне надо прямо на самый верх этой башни, которая вот в этом зале с драконами, вот этими вот. Я смотрю, локация не очень большая, но тут очень дохрена костров. Я думал, на тоненького пробегу. Чуть верный не застрял. Так. Так. Отсюда наверх как-то надо выбраться. Я не помню, где я. Вот там вот я. Да. Здесь поднимаемся. И сюда. Кто? Крутой, ну, тихо. Крутой мужик. Он, кстати, в тряпках наткнутит, дай боже. Блять, а ты так? Какой лучше. Не попал ты, товарищ. Темная душа, рыцарь Кирк. Получена человечность. Ну понятно. Всякая херню, короче, понадавали. А здесь босс. Так-то добрались до ложа Хаос. Ну, там что-то чувак стоит, сейчас посмотрим, почему. Что он там делает? Огненный кнут Хаоса. Но у меня шар есть. Спасибо. Угу. Ну давай посмотрим, короче. На кону 75 косарей и одна человечность. Да, это босс. Поехал, брат, к сестре на вороном коне. Так, фишка в том, то что надо попасть вот в эти вот две. Вот эти вот, в эти две сферы. И потом пробраться к центру. Вот как-то так. Да. Я по текстурам херачу. Я не знаю, я хоть попадаю. Так-то попадаю вроде.
или нет. Надо вот именно стрелами, короче, разбить две вот эти сферы. Кто-то урон наносит. Не знаю, правильно я делаю или нет, но по-моему да. Что-то херня какая-то. Она не убивается. Ладно. Попробуем чуть иначе. Это рискованно. Ну а что делать? Блять. Почему не бьется? О, первую разбил. Теперь вторую надо. И потом в центр. Когда первую разбиваешь, там начинается просто хаос полнейший. Сейчас рандомно будет сыпаться пол. Мне надо пробраться ко второй сфере. Не сюда. Блять. Просто она взяла и снесла меня рукой. Угу. А куда именно? Бездна, чтобы длинную путь не делать, надо очутиться возле. Нет, не то. Дочь хаоса, склеп луны. Блять. Священный сад.
Вообще не то. Блять. Дочь хаоса, понятие растяжимое, там три коста горит. Ну слушай, тут возможно срезка есть. Ну, в смысле. Вот таким образом, может быть, получится пробежать покороче. Сейчас найдем короткий путь. Так, руины демонов. Демонов, руины. Угу. Вот это вот надпись про Гернова. Где-то тут, да-да-да, все верно. И отсюда мы, короче, топаем как раз вот куда-то. Блин, нет. Надо отсюда, по-моему, выйти. Там стена будет сломана. Вот сюда. Будет круто, если у меня первую сферу раздолбанную засчитает вообще. А будет просто улет. Ну, что-то херня, мне кажется, это все. Игнорим этих ребят. Серьезно, и этот демон тут? Да зашибись вообще. А чё, я же его завалил. Бля, обычно они не появлялись, но давай попробуем его скипнуть. Угу. Не догнал. Ну, попасть может. Так, отсюда мы по-быстрому топаем вот сюда. Да-да-да. Любитель стримить игры. Здравствуй, дорогой. Здорово, Дима. Отсюда вот сюда. Тут будет пиромант, и мы игнорим. Рано на пиромант не появился даже. Ладно, поехали и посмотрим. Короче, ближайшую дорогу я запомнил. Сейчас посмотрим, что насчет сфер. Так, ну одна сфера там уже разломана. Погнали ко второй. Ну, буду я ничего восстанавливать. Блять. Орла. Любитель стримить игры. Как дела твои? Я лайк лепил дружеский. Да дела отлично. Отлично дела. Так, переносимся. Дочь хаоса, да. Надо там будет около котра просить посидеть. Маленько. Предпоследний босс. Предпоследний босс, и как бы вот все. Вот и вся игра. Но фишка в том, что надо добраться. Добраться до второго шарика у этого босса. Но мне первый шарик засчитали. Это уже хорошо. Не сюда. Там босса надо просто один раз треснуть, вот и все.
разбив второй, ну, два шара, короче. Два шара разбиваешь, босс просто треснет, пьешь один раз просто, и он подыхает. Там личинка такая здоровенная. Это в духе Хидетаки. Все, и босс отъезжает. Но, блядь, ты попробуй просто доберись до этой шляпы. Любитель стримить игры. У меня сегодня премьера на канале будет вместо стрима. Приходи, если что. Я приглашаю, дружище. Что за премьера? Вернее, премьера чего? Любитель стримить игры. В 21:00 по Москве. Посмотрим, если получится, я подойду. Топим через этого мужика. Много зигзагом надо будет бежать, чтобы он не запулил меня. Примерно тут он стреляет. Сейчас почему-то не захотел он стрелять. Ай, блять. Ну, да ты серьезно? Тихо, главное не упасть. Да, отсюда наверх. Любитель стримить игры. Аня в 22:00 по Москве. Премьера прохождения без комментариев по игре Вельвет Ассасин. Два прохождения уже. Что за Вельвет Ассасин? Это Assassin's Creed какой-то? Кстати, а чё этот как? Чё без комментариев? Мне неинтересно. Любитель стримить игры. Второе прохождение уже. Я понял, что второе прохождение, а чё без комментариев? Блять. Я решил его немножко наебать, но не получилось. Сука. Сейчас так и будем бегать, пока до шарика не добегу. Потом еще надо будет в центр пробраться. Но там, я думаю, чуть-чуть попроще. Драновский босс. Прям на любителя побега. Любитель стримить игры. Ну, без комментариев я быстрее прохожу игры, и то проигрывать приходится. Я все же люблю стримить, если честно. Делать прохождение я кое-как настроился и решился на это. А что ты настраивался-то? Не, ну я вообще тебе могу сказать то, что без комментариев гораздо скучнее смотреть. Так тебе, чисто к сведению. Да, блядь, ну что? Ты что падаешь-то, а, падла? Короче, здесь надо немножко скорость сбавлять.
Так, надо, короче, как-то держаться поближе к центру и немножко в сторону. Как-то так. Возможно, когда любите он рукой стримить. Своей машет. Согласен с тобой. Но кому-то заходит же. Ну, наверное, кому-то заходит. Так, он меня не скинул, спасибо на том. Даже оставил мне стамину маленько. Сейчас я ему мамину маму сделаю. Давай, 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 маши свои алебарды. Почему? В какую сторону идти? О. Минус 2. Второй шар, короче, сохранился. По идее, должен сохраниться, я так полагаю. Теперь нам нужно двигать в центр. Сейчас вообще, наверное, ползала улетит просто в трубу. Надо вон туда. Ладно. Блять. Ебать, вообще война началась просто. Ай, блядь. Ну, в принципе, если я сейчас прямиком полечу и не надо будет ломать второй этот, второй шар. Прямиком прямо туда, по спуску пролететь, то я думаю, должен успеть. Любитель стримить игры. У меня ноут шумит уже, надо нести на чистку. Последний раз его чистили в 2020 весной. А у меня тут ноут тоже наебнулся. Выключаться стал. Перегревается. Ну там, стоит у меня на кухне. Я когда что-нибудь готовлю, смотрю. Всякую хуйню. На ютубе там. Короче, перегреваться ни с того ни с сего начал. Его просто вырубает. Наверное, что-то с охлаждением. Прикольные сикарахи, хоть не достают. Я, наверное, уже им тут как родной. Сколько я уже раз в 5, наверное, да, сюда сбегал. Так, ну давай, погнали. Да, чувак, в принципе, самый единственный опасный чувак, это моб на дороге. А так, похер вообще. Главное, вот тут сейчас еще надо будет скорость сбавить. Либо просто точно забегать. Ну да, и никто, короче, не успевает за тобой. Нормас. Так и летим. А пиромант хорошо, то что не возрождается. Ну его в жопу, он какой-то борзый. Так, короче, сейчас прям прямиком и туда, в центр. Надо постараться. Че, наверное, там вообще атас просто. Разрывается, пол крушится. Ладно. Давай, топим. Вау-вау-вау-вау-вау-вау, нихуя меня подкинуло. Пиздец, и второй рукой он убивает. Я не знаю, может быть, придется одеться. Попробую еще раз. Вдруг у него эти атаки меняются. Я не знаю. Кстати, я что-то не посмотрел насчет второй сферы. Ну,
принципе, если атаки изменились, значит вторая сфера тоже разрушена. В принципе, есть же вариант, да, на самом деле, то что у него просто атака поменяется, и все, он тебе даст пробежать. Хотя, блин, что ты что-нибудь напялишь, чтобы тебя огнем сильно не дамажило. Кстати, у меня есть что, какие-нибудь кольца? Вон магия огня, о. Давай-ка мы вот так сделаем. Чем черт не шутит, друг повезет. Любитель стримить игры. Леха, отличного стрима тебе. Пойду поем что-нибудь. Давно кушал уже. Хорошо, приятного аппетита. Нет, полудохусь пробегал. Надо, я думаю, сегодня даже получится, возможно, получится закончить игру. По идее, это полтора босса осталось. Хотя тут можно, в принципе, с финальным очень хорошенько присесть. Его атаки я вообще не знаю. Блять. Тысячу раз мимо одного этого пидора пробегаешь, хера, ты еще первый, блять, он тебя заебашит. Шикарно вообще. Стоял же, сука, не дергался, а? Надо было. Походу это все рандомом пахнет вообще. Что эти как его, что мобы тебя дамажат, что босс. Я думаю, тут все склоняется к рандомным ударам, которые ты вряд ли можешь пережить. Ладно, крепко сжимаем алебарду, поехали. Боссу реально нужен один удар. Там типа вот такой херни внутри сидит, большой личинус, и надо только долбануть разок. Ну ты попробуй еще туда в центр пробеги, вот в чем загвоздка. Но не знаю, я напялил кольцо. А посмотрим, может быть, что-то еще от огня там, допустим, надо будет, можно будет одеть. Ай-яй-яй. Вот. Стамины мне не хватает на этом моменте. Давай-давай-давай, он сейчас стрелять еще начнет. Я вроде удрал. Так, передышка. Дальше. У нас здесь уже послушай получается забегать. Прикольно. Все, в принципе, пока едем, стамина восстановится тоже. Давай, проход через свет. Ну, босс у нас ваншотищит по-любому. Серьезно, он уже прямо здесь начинает атаковать. Падла какая. Так, и чё, и как? Понятно. Ну, короче, пол. Возможно, пол сохранится. Я не знаю, надо, оказывается, было по полу же. Поэтому по корню этому бежать. Вот, сука. Тоже надо.
Думаю, сломано полную. Сохранится все-таки. Но о чем я говорил, то что он все-таки рандомно как-то дамажит. То есть прикольно получилось то, что я пока ехал, он долбанул по вот этой горке, по которой я спускаюсь. Соответственно, я смог дальше продвинуться, потому что у него уже началась другая атака. Сейчас, если он начнет их шарашить огнем, я, возможно, не добегу. Закрепляем результат. По идее, осталось-то вот по этому бревну, короче, пробежать по корню. Все, он тебя уже не тронет. Он только долбанул его и все. Не знаю, может быть, как только первый раз к нему забегаешь, может быть, когда я стрелял, так и надо было делать. Стрелять ему по вот этим сферам прямо из центра. Возможно. Типа, может быть, у меня был маленький урон от стрел. Я не знаю. Перекур. Полетели. Вот отсюда просто главное не соскочить. И все тут без проблем. Интересно, можно ли как-то притормозить, пока ты едешь? Он не тормозит, ничего не делает. Он сохранился. Давай, 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 чеши. Сука. Как-то надо вот эти две атаки перебежать теперь. Ёбнутый босс. Чё тут у нас? Перевороты, подкат. Только так он меня не заденет. Ну, щит еще. Почему у меня 13 пля? Было 15. А, точно. Я, оказывается, возле костра, которого не зажигал. Две я успел там бахнуть. Ну, как бы я этот костер зажигал, но там, по-моему, то ли у меня пятера должна появляться, то ли 10. Ну, 10. Ситуация. Задолбало, если честно, уже туда-сюда бегать. Просто чтобы там секунду прожить.
Но щит Хавела, по-моему, от огня вообще никак не защищает, там хоть усрись. Тем более тебе дамаг идет, блять. Не прямо по щиту. Да, они тут все собрались. Сука. Ой, ёпта. Это тут чьей толпой находится. Ладно. Ничего страшного. Будем знать. Ну да, так я быстрее все равно бегать не стал. Удачи. Спасибо. Атака уже другая. Давай, 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 давай. Сейчас еще раз будет бить. Бля, ну ты еще попробуй попади туда. Сука, вот подстава. Еще и там надо, оказывается, подъем, переворот, блять, во время бега. Прыжок надо делать. Отлично. Я думал, корень. Ну, сука, каждый миллиметр. Ну, понятно, короче, в чем фишка этого босса. Ты к нему бегаешь тысячу миллионов раз и просто изучаешь каждый миллиметр, как он действует. Ну, типа, короче говоря, при хорошем раскладе, опять же. Хороший расклад у тебя появляется, когда он начинает стрелять в горку, по которой ты едешь. Вот. Когда он у нее шарашит, у него два удара идет. Щупальцами. Появляется окошко небольшое. Ты типа должен в это окно пробежать. И во время бега еще прыжок сделать. Вот такой. И тогда ты окажешься только на этом бревне. Только так он проходится, короче. Теперь, ну, короче, понять-то понял, как это все делается, но теперь надо все это вместе связать, так сказать, и произвести. Давай. Блять. Пизда. Снова был рандом не на моей стороне. На этого босса не надо ни фляг, ничего. Просто главное точно сделать все движения. Добежать и перепрыгнуть. Потом он тебя просто не сможет задеть. Это, наверное, попытка, блин, восьмая, десятая, не знаю, не считаю. Но не того демона еще тут в тему вообще поставили.
Прям все на своих местах. Все как надо, чтобы ты страдал. Я смотрю, тут за редким исключением прямо все мобы не на своих местах. Да блять, ты задолбал, козел. Ну надо же, я успел удрать от нее. Чудеса. Ладно, потыкали. Теперь так и будем здесь все флягами бегать. По идее. Ладно, тут не в этом. Возможно, призадержаться надо в начале, типа. Он стреляет, начал. Давай, две атаки. Ага. Давай, 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 давай. Блять, я не долетел. Да ёб твою мать. Чуть-чуть, значит, левее надо. Правее, чуть-чуть. Странный миллиметраж. Ну потом, надеюсь, торопиться не надо будет. Да, здесь все фляги. Хотя, не знаю, надо их израсходовать еще. Лучше на этой штуке не торопиться, можно упасть больно. Я смотрю, руки, в принципе, почти одинаково скачут. Тогда они троем, короче, оказывается, прямо на почти первой ступеньке. Теперь этого бежать надо. Что-то он начал магриться постоянно. Его только походу с этой стороны можно отбегать. Давай, 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 топи. Удрал. Мне этого хватит, чтобы пожить еще 2 секунды возле босса. Блять. Давай, 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 давай. Нормально. Что-то даже что-то как-то и бежать не очень получается уже. Вернуться чуть правее. Мяу-мяу-мяу. Он туда куда-то, к корням надо топать. Во-во-во. Все, туби пизда. Давай, давай, давай.
Ну все, по идее. Больше он меня не тронет. Ладно, расслабить булки. А вот так вот ложа хаоса отлетела. Великая душа 4. Все. Так, теперь мы что? Мы перемещаемся в храм огня. Складываем все души на алтарь и мочим финального босса. Надо только приодеться. Пес он знает, что у него там на уме. До этого босса еще дойти надо. Сейчас будем Гвина вызывать. Не знаю, чем он дамажит. Пускай такое, наверное, кольцо остается. Вот я смотрю, ни NPC, никого нету. Ну ладно. Эй, ты. О, ты куда ж ты летишь-то? А можно так даже было? Ну, прикольно. Допустим. Сначала отдохнуть. Десяточку. А, я не знаю, стоит ли. Может быть, будет дальше костер. Давай, подносим душу. 4 души. Ногой Сид. Потом, кто у нас еще там был? Ну, вот ложа хаоса. Я не помню. 4 боссов надо завалить, чтобы финалка заработала. По-моему, эти души у меня не сохранились. Да, их нет. Пойдем смотреть, что там. Удачи. Хорошо. Тут, по-моему, все в черных рыцарях. Смелость. Ну, допустим. Прикольная локация. Симпатичненько. Гарнира первого пламени. Удачи, понятно. Расслабь солнце. Обязательно. Тут я думаю, то, что ничего особо исследовать не надо. Рыцарей, в принципе, можно тоже не мочить. Не избежать эйфории. Что бы это значило. Но, кстати. Может быть, сейчас получится с них выбить тот самый долгожданный меч. Обломок титанита, которого не получалось выбить в течение всей игры. С этих ребят только 2 меча фармится. Ну, меч черного рыцаря и большой черный меч. Ну, большой меч черного рыцаря. Да, драки с ними не избежать. Вот этого гаврика большой меч. По атакам узнаю. Обломок красного титанита. А чё, типа уже босс, что ли? А чё так быстро? Ну ладно, пойдем. Без понятия. Интересовался, там надо какие-то кольца на него пялить или нет.
не избежать эйфории. Но эйфория тут будет только, по-моему, в одном случае, если я его с первого драя заебеню. Послать солнце. Удачи. Окей. Смелость. Удачи. Ну, 20 фляг сразу дали, ты смотри. Это такое ощущение, как будто я назад прибежал. Может, так оно и есть? Да нет, я не сворачивал. Что-то они мне мозги пудрят. Тут не добежать. Ну, в смысле, не долететь. Ну, давай брякнемся вниз просто, я хер его знает. Что надо сделать-то? Может, типа, надо что-то сожрать там, я не знаю. Может, так надо было поступить? Нет. Как сложно, блядь, просто взять и сделать прямую дорогу до босса. Нет, надо, блядь, что-то жрать, что-то употреблять, какую-то хуйню в себе качивать постоянно. Почему просто не взять и не сделать тут босса? Сука, еще додумывайся, как его вызвать. На честное кумите. Может, кольцо какое-то надо напялить. Ну сюда же он просто не долетит. Блять, ну херное, давай попробуем и пораздеться. Да, конечно. Я еще раз попробую. Удобно. Что делать-то, блядь? Как его вызвать на бой? Давай хоть души заберем, попробуем назад. А то удачи, удачи, а босса нет. Чих будешь ты, чувак? Подожди. Что-то это все очень странно. Может быть, несколько раз надо бегать по прямой. Пошел.
Бля, меня походу в натуре меня развернуло. Ну да, я-то тут не был. Чё, блять? А я тут на беду так вооружу. Вот оно чё. А я тут грешу на него, то что он типа, блин, как мудак, что-то какую-то херню придумал. Шлем черного рыцаря, доспех, вся фигня. Ну давай посмотрим, насколько это крутые шмотки. Шлем черного рыцаря. 21, да? Ну. Серебряный, по-моему, это лучше. Не, ну шмот неплохой, если ты, допустим, где-то в начале игры. Тогда как бы, да. Он опять щит дропнулся. Нет, да. Ну, у меня, в принципе, есть на финального босса 20 фляг. Друг впереди. Это который там сидел, что ли? Восславь солнце, который. Ну, мы будем с этим гвином где-то внизу, значит, биться. Я прыгнул, и он прыгнул. Ну, тут прям full house, ребят. Да-да-да, и с алебардами, и с топорами. Ты смотри, какие бодрые. Ну, мешало бы записочки, конечно, почитать. А вон и гвин уже. Я думал, что ваншот, кстати. Восстанавливаемся чуть-чуть. Тихо, тихо, а чё ты, блядь, еле стоишь? Ай, плохо дело. Ему два удара оставалось. Короче, кольцо. Кольцо с огнеупорное, так сказать. Самое то. Короче, бережем стамину. Потому что он сшибает у меня примерно половину ее. Но он, падла, атакует регулярно. Не попал. Чё, там до сих пор за мной бежит? Назойливые чуваки. Не вижу смысла каждый забег этих рыцарей уничтожать. Вообще не вижу. Так, мне не сюда. О, пролетело чуть-чуть.
Блять, отъебывается один, да ебывается другой. Нашли вы в очко все. Ай. Музычка какая приятная. Вот такой замес. Стамины хер. Так надо держаться, я думаю. Он очень сильно стамину сшибает. Последний. До свидания. Игра пройдена. Та-да-да-дам. Душа Гвина. Это не самый сложный босс в игре. Что делаем-то? Получилось. Ну и там, наверное, тоже получилось. Финалочка. Симпатично. Я потом еще гляну все концовки, если они вообще отличаются. Все. Я думал, какая-то будет катсцена забавная, и все, то что-то он загорелся, и как бы все, конец, типа. Как-то это, ну, видимо, скипнуть нельзя. Ладно, подождем, может быть, что-то потом покажется. Тут что, как-то обидно, правда. 50 или 50 часов на игру потратил, чтобы просто посмотреть двухсекундную как катсцену, как у тебя броня загорается. Спасибо, я видел каждый раз, когда меня поджигали. Но игра, короче, в принципе-то, ну, не особо про сюжет. Сюжет элементарен. Было типа четверо плохишей, которые всех кошмарили и начали обращать других плохишей, становиться нежитью. Ну, в общем, бесновались, и ты должен у них типа их всех перемочить, душу у них забрать, и как бы вот, и как бы все, и потом ты типа крутым становишься чуваком. Ну, такое себе простенький сюжет, но игра интересна другим. Она как RPG сделана круто, в плане том, то что ты своего персонажа в любой момент игры можешь переделать. То есть, допустим, качаешь ты рыцаря тяжелого, бронированного, вот как у меня. Потом он тебе надоел, хлоп, ты просто все вкачанные ресурсы можешь обратить и сделать из него мага. Ну, если у тебя, соответственно, шмотки позволяют. Потом хлоп, там,
ты можешь из мага сделать. Это тоже, наверное, души стоит. Ну, какой-то определенный ресурс, наверное, за это забирают. Потом ты из мага можешь сделать еще кого-нибудь, вылепить. Ну и так далее, короче. Тактика боссов тоже, в принципе, есть, она есть. Ее не может не есть. Местами интересные, местами не очень. В основном, в принципе, боссы убиваются, либо ты заходишь к нему сзади, либо ты заходишь к нему сбоку. Ну и там теряешься у него где-нибудь в ногах, потому что в основном боссы здоровенные. Но это у Хидетаки, видимо, такой прикол, то что большого сделать босса, чтобы ты практически ничего не видел, и он будет по тебе прыгать, а ты будешь лупить по нему. Ну вот поэтому, короче, все боссы, короче говоря, почти убиваются вот в ногах. Ты ему в ноги прыгаешь и мочишь. Какие-то чисто берутся жиром. Ну, в плане том, то, что у тебя дохуя можешь впитать урона, как бы практически не кувыркаясь, там, не перепрыгивая, ничего. Просто стоишь, ждешь и впитываешь урон, потом ударяешь по нему. Впитываешь урон, ударяешь по нему. Хилишься, ударяешь по нему. Ну, вот как-то так. Все, естественно, вся боевка завязана на стамине. Главное следить, что у тебя, чтобы не падала стамина. Выносливость, то есть зелененькая вот эта полосочка. Кто-то сбивает эту полоску сильно, кто-то не очень. Ну, это и мобов касается, и боссов касается. Но, тем не менее, как бы главное за ней следить, потому что полоска зеленая упала до нуля, тебя бьют прямо через щит. И наносит максимальный тебе дамаг. Ну, в принципе, как это было сейчас в финале. Главное не торопиться, не пытаться влить максимально сразу же много урона. И все. И все, в принципе, проходится. Опять же, я думал, то, что игра гораздо сложнее. Но фишка в том, то, что я просто покачался, погриндил души. Прокачался и отсюда, короче, ну еще надо знать, кого ты будешь качать и где ты будешь искать оружие. Если ты алебарды, которые я нашел в самом начале, почти в самом начале, если ты алебарды, всю игру пробегал, ее было достаточно. Вот так. Оружие не обязательно менять. Единственное, можно качать, если у тебя херовый выпал дроп. Ну, в плане том, то, что если бы у тебя не упала алебарда, то надо дропать, короче, большой меч. Ну, я так понимаю, у меня начинается новая игра плюс один. Да, повторы наше все, короче. Да. Но я видел, кстати, другую концовку. У меня, видимо, она не очень хорошая, потому что я не спас всех NPC. Скорее всего, так. Ну да, заново игра начинается. Я не спас всех NPC, даже, наверное, и половину не спас, а может быть, и никого не спас. Я не знаю. Это как-то не очень очевидно, кого-то спасать должен, кого не должен. Ты вроде я ко всем подходил, кого видел. Ну, 148 900 у меня душ. Ну и Эстус, да ебени матерь. Ну и тут, в принципе, все по новой начинается, так что просто ты максимально прокачан. И первую большую часть игры, если ты просто будешь бегать и всех ваншотить, как бы, и боссов тоже. Ну, боссов, может быть, 3-4 удара надо сделать. Вместо 10. Но это потом, как бы, для этих, для задротов, которые любят по 16 раз одну и ту же игру проходить, увеличивая себе сложность. Игра еще интересна тем, то, что. Я выйду отсюда. Игра еще интересна тем, то, что тут взаимосвязаны все локации. И ты, короче, находишься в одном месте, чтобы
перебраться в другое, ты должен вспоминать, короче. Ну, отсюда еще немножко метроидвания получается. То, что ты делаешь шоткаты, ну, то есть сокращаешь путь, и у тебя как метроидвания, что-то вот помесь такого. Вот, но так как мне с пухой повезло, мне оставалось только докачаться до нормального левела, чтобы одеть серьезную броню. Докачаться до левела — это, мать его, фарм душ, либо без геморроя убивать всех боссов. Ну, типа не подыхать и души экономить. Ты докачиваешься, таскаешь тяжелую броню, но ну, если с моей, как я качался делать, тогда у тебя все без проблем проходится. Особенно последние боссы, что-то вообще как бы довольно-таки простенькие. Ну вот единственное, то, что к ложе хаоса пришлось побегать, потому что там не совсем сориентировался, что конкретно надо делать. Так, в принципе, все кладутся, особенно последние, вообще запросто. Первые сложные. Ну, то есть игра получается сначала сложная, 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 а потом чик-чик-чик, и все легче, легче, легче становится. Как-то так. Сначала даже сложно было с мобами бодаться, а сейчас как бы вообще, ну, большинство мобов ваншот, какие-то здоровенные мобы, да, блин. Не обязательно даже их убивать. Просто мимо пробегаешь, как бы похеру, блин. Ну, игрушка интересная, она мне понравилась, так что я думаю, то, что буду дальше. Ну, на канале по-любому будет еще Elden Ring. Я его уже типа купил по предзаказу. Будем посмотреть, когда он выйдет. Но ну, это конец февраля. А так еще планирую Dark Souls 3 точно пройти. Там динамики побольше в игре. Она хоть более линейная, но там ну, чуть пошустрее, короче, все. Дела делаются. Он не такой медленный персонаж, и мобы, ой, точнее, боссы даже поинтересней. Не знаю, насчет второй части, буду проходить или нет. Посмотрим. Посмотрим, как третья зайдет. Ну, вторая, если что, там просто вдогонку. Хотелось бы, конечно, еще Bloodborne пройти. Но пока ждем, пока на ПК его портируют. Пробовал в этот какого Секиро лобать, что-то пока, ну не мое. Пока вот Dark Souls первый, он зашел, игра хорошая. В меру сложная. Но не максимально. Типа, по-моему, Cuphead, блин, сложнее. Серьезно, вот на последних боссах. Тут как-то все попроще. Ладно. Вот и сказочки в Dark Souls и конец. Кто слушал, тот молодец. Вот такая вот игрушка. Ладно, спасибо, ребят, за просмотр. Кто не подписался на